А те, кто сейчас воюет в зоне АТО, даже в предпасхальные дни под огнем боевиков. С начала суток зафиксировано 16 обстрелов. По-прежнему самой горячей точкой называют Мариупольское направление. Там противник использовал минометы 120-го калибра, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. В районе Марьинки позиции военных обстреливали вражеские снайперы. Неспокойно было и на Донецком направлении. По позиціях поблизу населеного пункту Піски противник застосував гранатомети різних систем та кулемети великих калібрів. А в районі Кам'янки бив по наших воїнах зі стрілецької зброї. Захисників опитного ворог обстріляв з кулеметів великих калібрів. А на Луганском направлении по защитникам Лобачевого боевики вели огонь из автоматических гранатометов в районе Новоалександровки со стрелкового оружия.